Ребят, знаю, насколько сильно вы любите ужастики, особенно тогда, когда прохожу я их не один. Так вот, сегодня как раз таки тот самый случай, когда нам придется сообща выбраться с космического корабля и вернуться домой. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Алекофи, и добро пожаловать на новое видео. Ну что ж, я нашел новую игрушку под названием Астромис. Это кооперативный хоррор, где нам предстоит работать сообща. У каждого из нас будут определенные роли. Один из нас будет стоять на камерах и руководить процессом. Задача другого космонавта — это выжить на корабле, спасаясь от монстра, и починить корабль. И все под присмотром первого игрока. Игрушка реально очень крутая, я думаю, вам точно понравится. Поэтому перед началом этого ролика вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заранее прожать кнопку лайка, подписаться на канал, подписаться на телегу и на второй лайв-канал. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали! Ну что ж, дамы и господа, далекое-далекое будущее, бескрайний космос, и мы с Андреем путешествуем. Путешествуем на своем космическом корабле. Но как мы все прекрасно знаем, что во всей вселенной, во всем целом мире мы с вами не одни. И существуют другие иные цивилизации, с которыми мы еще с вами не знакомы. Но именно сегодня нам удалось установить контакт и поймать одного из них. Инопрошеленец, инопланетянин, которого мы начинаем изучать. И все мы прекрасно знаем, чем обычно заканчивается подобная история. Начинается настоящая мясо. И, конечно же, хаос, похоже, начинается. Наконец-то! Инициализация последовательности Сигма. Чисто Сигма. Но он нифига не Сигма, он Скуф чисто самый настоящий. 10, 9, 8. Нет, они хотят убить Сигму. 6. Мне кажется, не убить. Мне кажется, сейчас будет что-то другое по-любому. Сейчас он высвободится отсюда и начнется ад на нашем корабле. И он глаза открыл. Может быть, моего... Ну, я и говорил про это. Вот каждый раз истории заканчиваются в фильмах именно этим. О, он освободился! И показал, кто здесь настоящий. Бля, ну как-то немножко это... Ну да, есть такое, да. Это чисто, ну, это новая часть Чужого, если кто не смотрел, ребята. Спокойно, Сигма! Кристен Бейл! Он в инвиз ушел, нифига себе. Он исчез. Куда он делся? Это, кстати, первый хоррор с катсцены вот такой вот качественный. Да. Это прикольно. Это реально прикольно. О, беги! Они так медленно убегают. Ну, ребят, катсцена — это круто, но какая — это, конечно, очень хороший вопрос. Итак, это было близко. Мы должны быть в безопасности. Янг? Вот это эмоция. Эй! Зацените! Возможно, отсюда мы сможем получить доступ к управлению кораблем. Давайте проведем быструю проверку мощности. Мы сейчас куда-то полетим или мы отсоединимся? Давайте посмотрим. Похоже, корабль вошел в аварийный протокол, перенаправляя энергию только на важнейшие системы. Он даже отключил энергию от двигателей, так что сейчас мы не движемся. Черт, тогда мы можем установить его как можно скорее. Вы можете отменить его. К сожалению, единственный способ сделать это вручную. Извне. Здесь есть небольшой клапан, который не успел дочитать, который. Но это вот и есть клапан, походу, который нужно повернуть. Я сделаю это. Я выйду на улицу и поверну вентиль. На улицу. Чисто на улицу. Тогда я сам надеюсь, чтобы мы могли получить данные. Также могу использовать камеры наблюдения, чтобы безопасно провести вас к шлюзу. То есть ты понял, мы с тобой разъединимся. И рука за руку, давай сейчас. Сигма такая чисто. Бам! А рука статичная, вторая просто не двигается. Да. Итак, смотрите, выберите своего персонажа. Давай смотри. Я, наверное, пойду, то есть, ну, в открытый космос, да, буду, ну, соответственно, все это. А ты будешь Яном. То есть, ты будешь управлять полетами, ты будешь полностью, ты возьмешь полностью под себя управление корабля, а я буду, соответственно, ну, искать все то, что нам, соответственно, предстоит найти, да, встретиться вот как раз с лицом к лицу с монстром. Давай, все, я выбираю его. Подтверждаем и погнали. То есть, ребят, смотрите. Это хоррор, где нам предстоит разделиться. И мы должны помогать друг другу, чтобы мы могли выжить. Где? Я за камеру с тобой смотрю. Давайте откроем эту дверь. Так, мне надо, подожди. Вот, я вижу тебя. Ты сидишь чисто на стульчике здесь. Чисто там печатаешь. Так, давай смотрим. Управление полетом. Видите цифры, которые вы услышите от диспетчера, чтобы ввести пароль. Любая ошибка придется срабатывать сигнализации и привлечению монстра. Смотри, мне нужно... То есть, смотри, тебе... Мне нужно нажимать на цифры, а ты должен говорить, какие цифры. Понял, да? То есть, да, тебе надо найти... Возьму. Подтверди, нажми сейчас подтвердить. Посмотри, у тебя там что-то должно быть. Один. Точно, что я рада? Сейчас один. Подожди. Девять. Девять. Семь.
7. О, открылось! И таким образом... О, у меня тут очень страшные зубки какие-то прям пошли. У меня даже фонарика нет. Алло, настройка, блядь, оборудование. У тебя ноги отрываются у меня здесь. Ты бегаешь, у тебя ноги отдельно. Подожди, мы были только что здесь, и здесь же был монстр. Ты должен, ты слышишь, ты должен мне говорить? Связь пропадает, алло. Алло, прием 415, как слышно? Связь пропадает, помогите, пожалуйста. Так, здесь, ладно. Так, смотри, ты, короче, должен, ну, наводить меня. Еще одна дверь. Подожди, глазик. Вернись назад. Вот, да, иди сюда, и какой-то глазик здесь. Что это был за шум? Я проверю, что тут происходит. Пойду открою. Может, мне спрятаться здесь надо? Да, мне походу, смотри, я зашел куда-то, это походу какая-то комната, которая сейчас монстр, наверное, пройдет здесь, не? Или надеюсь, что? Нет. Смотри, прыгать не могу, а нет, прыгать могу, приседать не могу. Монстр здесь, он пытается взломать дверь. Да, слышь? Стой. Давай, я стою здесь, все, меня здесь не должно быть видно. Быстрее спрячься за ящиком, в тумане он тебя не увидит. Он Боря. Ну я вроде все правильно сделал. О! Это что был за звук сейчас? Он выбил дверь. Он залетел как крыса. Я никого там не вижу. Я свою жену не вижу. Он же в инвизе, он же невидимый. Да. Кажется, монстр виден на камерах. Я скажу вам, когда будет безопасно выходить. Да, все, выходи, можно. Точно? Да. Уверен. Да. Нет, нет, ты в другую сторону беги, в другую. Ты наоборот на него бежишь. Так мне вернись тут... Вернись обратно сейчас. Мне туда и надо, мне туда и надо, понимаешь? Если я пойду... Беги, откуда начал, здесь у меня проложен маршрут. Это, походу, учебная хуйня. Беги назад, полностью назад беги. Давай, бегу. Тебе надо обратно в ту комнату, которую ты... Ну, откуда я пришел, я понял, но там же ты. Там не я, там сейчас типа безопасная от него зона. Походу, в этой зоне он тебя не трогает. Ой, блин, ты дурак, что ли, вообще? Ты это специально сделал или что, я не понимаю, а? Непонятное дело, что ты делаешь. Идиотина ты реально такая, а? Я еще подумал, блин, а зачем, ну типа, зачем возвращаться обратно? Это же тупо. Максимально. Как я тебя электрон сканул, здорово. Давайте, да? Откроем дверь. Давай, Зама, говори мне 7. Этот код. Быстро, 7. 7. 7. 1. 1. Быстрее. Ну. 7. 7. Генерал, 7. Еще 7. Да. Все, все. Ебало. Ну все, короче, тут теперь опять ждать. Давай, пока ладно, он дверь выбьет. Ну давай, смотри, мне он а ты прячешься там как-то или нет? Нет, он же был в твоей комнате, по сути. Не-не-не, он не был в моей. Я же в закрытой комнате. Нет, она была открыта, когда я к тебе пришел. А, ну может быть, не. Ну не вот сейчас, смотри, вот сейчас он пойдет сюда. Что-то понимал, я не могу управлять собой вообще. Я смотрю только за камерами, за монитором. Ну я понял. Я понял. Короче, он идет, Олег, он опять идет. Я понимаю. Ну вот сейчас. Подходи вот к двери, подходи к двери. Как? Зачем? Вот к той двери, которой ты вот там был. Ну где я прятался, я знаю, да, я вот здесь и это. Вот, иди прямо в той двери. О, он дверь выбил! Я пока за ящиками прячусь. А, я понял, это вот слепая зона, где ты сидишь, он тебя не видит. Да. Я пока что здесь, я сижу, я слышу шаги его. Ты же видишь его на камерах? Он да. Прошел или нет? Да. Я могу идти? Прошел, да. По-моему, да, прошел, точно. Я его слышу. Но я он уходит, слышу он, его. Он отдаляется. Хорошо, все прошло. Можете выходить. Давайте отправимся к шлюзу. Блин, вообще самое тупое, я не могу бегать здесь. Как это так вообще? И фонарика нету. Брифинг-рум. Я смотри, могу... стой, между, стой, нет, назад вернись, между сиденьями лежит чей-то труп, может что-то есть у него? Я думаю, вряд ли. Это самое главное, следи за монстром, чтобы он не пришел сюда. Мне кажется, тут ничего нету. Да, мне кажется, мне надо идти сюда. Я пошел в это, через вентиляцию. Только я ничего не вижу. Так это и должно нет, быть? Стоп. Это ты от него должен прятаться. Не-не-не, все правильно, все нормально, нет, загрузка пошла, ждем другого игрока. Давай, все, нажимай ready, погнали дальше. Скорее всего, мы должны просто идти вперед. Шлюз находится на этом уровне, но будьте осторожны, монстр последовал за вами сюда. Не забудь сначала взять один из скафандров в раздевалке. Я готов, давайте сделаем это. Ты понял, да, то, что я-то сейчас должен выйти в открытый космос? Да. Понимаешь, насколько... Монстр. Да, насколько я важен сейчас для нашей миссии. Он идет. Парень, не вылезай! Щенок, салага. На пятой камере. Блин, жак камеру крутить нельзя. Где да прятаться? Точно? А где прятаться вообще? О, вот сейчас у меня есть фонарик. Подожди, на Т. Там прикол, что я его не вижу вообще на камере. Настолько темно, что он сейчас на первый. Выходи. Выхожу. И иди на... Ты видишь меня? Да. Ну я знаю, что ты в области пятой камеры. Наверное. Вот сейчас ты должен пробежать будешь. Код, мне нужен код. 4. Код. 4. 5. 5. 1. 1. 3. 3. Дверь открыл. Мне надо найти комнату со скафандрами. Это коридор. Тебя? А.
Он куда идет? Подождем, пока непонятно, куда идет. Хранилище есть у нас. А... Я вот здесь могу прятаться. Он у тебя прошел. Я вот здесь. Да. Я вот здесь прячусь. Он у меня в комнате. Нет, нет, нет. Он в пятом. Он в коридоре, откуда ты пришел. Все окей. Так, мне. Тихо. Стой, заходит к тебе, прячься, прячься, прячься. Я нормально, я нормально, 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 нормально. Не присесть, вообще ничего не сделать. Если он прям наступит на меня, то что я буду делать? Тебя ёбнет. Я его слышу, он прям рядом, да? Вот я... Он, да. Подожди, он в коридоре или прям в моей комнате? Нет, он прям в твоей комнате. Он ушел, он уходит. Он не ушел, я его прям слышу, прям на ухо орёт. Он уходит, он уходит. Тут есть что-то еще полезное или нет? Подожди, шлюз. Шестой. Все, он ушел, я могу двигаться? Да. Не уверен? Я его снова слышу. Короче, он может он быть будто, на камерах. Он как 1, будто снова 5, зашел 3. Сюда. Посмотри, пожалуйста. Он в моей комнате или в коридоре? Да, в твоей, твоей. Да ё-моё, как выбраться отсюда? Вы че? Ну, он сейчас далеко от тебя в данный момент. Подождем, куда-то пошел. Скафандры! Мне нужно, чтобы ты их открыл. Она заперта. Сначала мне нужно найти ключ к карте. Ну, ё-моё. На складе должен храниться. На склад надо идти. Склад, склад это, короче, тебе вообще в другой конец. А где монстр? Подожди, стой, не двигайся. Монстр не идет в космические костюмы. Заходит в... Стоп, тебе нельзя сюда выходить. По-моему, он заходит в коридор А. Ну вот там, ты... да, я там, я там, я там. Надо ключ-карту как-то найти. Я знаю, где она. Только попробуй сюда зайти, только попробуй сюда зайти, только попробуй. Но это вот, опять же, надо идти к этим складам. Он ушел, нет? Да, он сейчас ушел, он сейчас... Подожди, стой. Он сейчас в коридоре Б. Беги по коридору А. Подожди, нет, стой, стой, стой. Сейчас вполне может вернуться обратно. Тихо. Тихо, он как-то у него не... Тихо, 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 тихо. Он походу заметил. Возвращается, возвращается обратно. Блять, у него очень тупая траектория. Он не ходит кругами, он ходит не очень непредсказуемо. Могу нет, выходить? Не выходи. Нет, да нет, нет, там в твоем... Он в твоем коридоре. Так, он выходит. Ага. Он не выходит в коридор Б, он скорее всего... Он ждет, он знает что-то, он просто ждет меня, реально. Короче, попробуй выходить. Я его прям справа... Нет, стоп. Подожди, нет. Он прям справа от меня, я его прям слышу. Его не на всех камерах видно, есть мертвые зоны. Но я его, он еще пока что в этом коридоре, потому что я его слышу. Здесь другого выхода нету вообще никакого, вот я не могу. Подожди, отсюда. Вот я его вижу. Он уходит вроде бы. Да, все, беги. Все. Он в общую зону пошел. Беги, беги. И да. Спрячься в этом коридоре, вот куда прям беги, 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 спрячься, есть в слепой зоне. Бегу. Что он еще вернется обратно. Подожди, я вот, скажу, куда бежать. Все, все, все. А мне надо, подожди, если я потом прячься, выбегаю. Прячься, я спрятался, все нормально. Я правильно понимаю, мне надо вот в красную комнату, которая подсвечивается, да, туда? Это, да, это там склад. Ну, короче, я выхожу и налево просто сразу, и она там близко находится. Вроде бы да. Если ты это видишь, то да. Он зашел? Беги, беги, он в коридоре Б. Нету, а у тебя там нет прохода прямо, что ли? Нету. Мне только там выход. Поздравляю, это единственный выход, блядь. Так я знаю, что это здесь. А как здесь можно пробежать, я не понимаю. Да ё-моё, это нереально вообще никак. Я думал, здесь есть просто сквозной проход. Нет, вот в этом и проблема. Он прям рядом со мной где-то. Я прям слышу... Да. Ушел в общую зону. Это то место, куда тебе надо. А, я знаю, иди сейчас вот сюда и спрячься вот здесь, в этой зоне. Когда он будет... Мне нужен код, 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 код. Три. Три. Один. Зачем мне сейчас сюда вообще? Два. Два. Это не склад, четыре. Четыре. А что это? Я а, знаю, это что... шлюз, это шлюз. Да. Мне нужно с костюмом вот сюда как раз таки выйти. Быстрее, беги, прячься здесь, прячься здесь. А. Но мне негде тут прятаться, ну то есть, он, мне кажется, он вряд ли сюда пойдет. Смотри, о. Когда он зайдет внутрь вот той комнаты, где я был до этого, скажи я мне, знаю, я побегу. Меня... Вот, я знаю, вот. Как... Так, подожди, пока подожди. Он прямо к тебе идет. Нет. Он нет. Рядом с тобой. Подожди. Жду. Так, он заходит в коридор. Нет, не заходит. Бля, какой же он тупой. Да, беги. Беги, 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 беги прямо. Налево и прямо. Прям, прям до конца беги. Надеюсь, он тебя не поймает. Я, не-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 не. Я прям... Тупой. Бежать? О, боже. Могу бежать? Уже нет, все. У тебя это было время, пока на всякий случай. Я слышал его шаги рядом со мной. Я подумал, он меня заметил и бежит уже на меня. Вот сейчас он здесь будет обход опять делать получасовой. Нормально, 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 нормально. Беги вот таким... сейчас. Бегу. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Не могу смотрит. Быстрее. Все. Ты в общей зоне. Беги, блан. Налево, налево, хранилище, налево. Дверь.
Вот тут сейф, вот тут сейф. Это сейф, это сейф, это сейф. А зачем нам музыку включил? Я случайно, я думал, выключить надо. Он сейчас в этой комнате? Нет, я его вообще не вижу сейчас. Ну я, если что, в сейве стою, нормально. Да, я вижу его, он в коридоре. А, да, сейчас спускается в хранилище. Ну он сюда, он сюда сейчас пойдет. Да, 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 все, он здесь, он здесь, он здесь. Ну ладно, сейчас будет легче, ему надо просто оттуда уйти. Но мне, по сути, что осталось? Мне нужно просто ключ-карту сейчас где-то тут найти. Да, вот смотрите, надо будет сейчас пройти прямо и направо, там будет вход в хранилище. Он ушел? Да, он ушел. Проходи, иди прямо и держись в правой стенке. Вот, хранилище, ты в него заходишь. Да. Ой, мы должны быть в состоянии обойти замок на этом сундуке. Тут какой-то замок, слышишь? Давай, попробуем. Отменить блокировку. Управление полетами. Используй WSD или клавишу со стрелками, чтобы пройти лабиринт и добраться до красного квадрата. Стены видны только на экране. Диспетчеры поэтому следуют его указаниям. Удар о стену приведет к срабатыванию сигнализации и привлечет монстра. Несложно, на самом деле, нормально. То есть, смотри, мне надо, получается, как? Мне надо все вот эти белые точки закрасить, да, или как? Наверное, да. Ну, давай попробуем. Давай, ну, я думаю, справимся. Ты видишь, да, откуда я начинаю? Нет. 1С, 1С. То есть, самое верхнее, С вот просто, вот, 1С. А, ну, вот, да. У меня там красная точка. 7F, это синяя точка. Ага, и что надо делать? Ну, у тебя что, подожди, у тебя, ну, там лабиринт. Вот, синяя у меня находится на 7F. Видел, где это находится? Да. И вот от этой точки веди меня к 1С. А, 7F? Да. Тогда иди, значит, получается 7G. 7G. Так. А финиш у тебя где, 1С? Да, 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 я думаю, что да. 7G, значит... Ты можешь просто говорить вверх, вниз, влево, вправо от той точки, которая была до этого. Так будет проще, мне кажется. Три раза вверх. Раз, два, три. Ага. Так, еще раз вверх. Ага, есть. Все пока хорошо. Это ты на какой? 4 я получается? Сейчас, нет, 3G. Интернет 3G в космосе у нас тут сейчас. Один раз направо. Ага. Вверх. Ага. Три раза влево. Ага, раз, два, три, ага. А, подожди, стоп. Пик? Блять, походу да, потому что там монитор разбит. Ё-моё, ну тупень ты, конечно, а. А, получается, нам назад надо идти, да? Ну, наверное, да. Еблан, беги, привлекло! Ай, блять! А все знаешь, из-за кого? Знаешь, да, из-за кого? Пальцем показывай! Пальцем показывай, не надо, да? Из-за кого все это сейчас случилось? Монитора. Ну, все, сейчас подождем, сейчас монстр сюда придет, мы подождем, пока он тут постоит, давай, давай. Ты понял, да, что нужно делать сейчас? Да, 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 да. То есть смотри, сейчас, когда мы будем делать это... Ой, он прямо очень бежит сильно, он спешит. Нормально, сейчас, когда будем делать это повторно, ты сразу проложи маршрут вот так вот, ну, как-то глазами, не знаю, пойми, где выход, ну, то есть, и вот правильный маршрут, и все. Давай сигнал будет Боря, если можно идти. Давай. Так, давай, готов? Погнали. Теперь смотри, у меня начало А4, нашел, да, А4? Да. А конец у меня H5. Это самое последнее H5. H5. Нашел, да? Да. Все, и тебе надо проложить просто маршрут. Я понимаю, это очень сложно, Андрей, прям очень сложно. А4? Да, да. Короче, три раза вверх. Раз, два, три. Подожди, стоп, я прям до самого конца, да? То есть до края, до края? Да. Все, есть. До края теперь вправо. Ого, прям до конца? Тупица. Тупица. Там стенка... А, ты не видишь стенки там, которые? Ты видишь только наружные стенки? И ты вообще тупица или что? У меня нету стенок там вообще никаких. А как ты понял, что я тебе до конца сказал идти? Ты сам сказал до конца. Блять, тупое создание. Такая Боже конца... мой, какой ты идиот. Ты мне сказал до края вправо, до конца. Я тебя спросил до конца, ты сказал да, до конца. Боже мой, мозги. Ладно, короче, я тебе... Можно я тебе просто вместо монитора мозги вот просто реально подарю? Ты... Я буду тебе просто по координатам. Я не буду тебе говорить три раза туда, туда. Это хуйня. Смотри, это. Я белых стенок не вижу. У меня их да нету. Зайди. Ты уже туда. Все, он ушел? Да. Да. Точно? Да. Давай еще раз. Давай, не тупи, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Смотри, вообще. Стартовая точка у меня G1. G1. Так, да. Ты как-то далеко. G1, получается. Да. Переходи. Стой, погоди. А финальная точка у меня F6. Тебе надо сейчас в точку E1. Почему? А, подожди, какая у тебя финальная точка? F6. А, подожди. Блять, да это сложно, мне надо на мониторе маркером чертить тогда, я не понимаю. А начальная у тебя 1F? 1G! Пиздец какой-то. Какой-то тупой, боже мой, просто, я не понимаю. 1G. Ну? А финальная? 6F. E1.
Ну, Е1. Проще сказать два раза влево. Нет, так, не проще. Давай, хорошо, Е1, я тут. Дальше. Два Е. Вниз просто получается. Да. Так. Два H. Два H? Это вправо получается. Да. Я там. Ну, теперь вниз только получается. Три H. Так, я там. Теперь... Тихо, теперь Е... Подожди, стоп. Е3. Е3, так, хорошо. Е3 это у нас вот здесь. Так, Е3, я тут. Теперь Е4. Е4, так. Как будто в морской бой просто играем, реально. Теперь Б4. Б4? Да, Б4. Раз, два, три. Так, Б4, я там. Теперь 2Б. 2... Ох, нифига себе, там маршрут какой. 2Б, я там. Теперь... 2D. 2D? А! Так, я там. Ну, теперь наверх, потом влево 1D. До конца. Да не надо, блин, ну, торопить меня. 1D. Ну, ну, теперь 1А. Теперь 1А. Так. Теперь 6А. Да. Теперь C6. 6C. Так. Какая конечная точка? 6F? Да, 6F. О, блядь. Только не говори, что мы проделали сейчас такой маршрут просто зря. Мы сейчас, на... ну, заткни... мы, ну, мы сейчас на 6С? Мы сейчас на 6С, да, все верно. Теперь 7С. Как-то неуверенно прозвучало, уверен точно, да? 7С, точно? Да, 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 да. Так, 7С. Теперь Е7. Е7, так. Теперь Е6. Е6, ага. И один раз вправо. Все! Эврика, наконец-то! Тупой человек. Где теперь монстр ходит, скажи, пожалуйста? А вот это хороший вопрос. Ну посмотри по камерам, я пока воду спрячусь. То есть мне сейчас надо взять скафандры и после этого выйти в космос. Да, это ж просто жесть. Где он сейчас, скажи? Он сейчас в коридоре Б. Выходит, ага. Он был в коридоре А, выходит в коридор Б. Возможно, сейчас вполне пойдет к тебе. Не, он сюда не ходит в эту комнату. Он ходит сюда только если слышит что-то. Сейчас он... Не-не-не, он ходит в эту комнату. Ходит? Это общая зона, да, он изначально. Мы поэтому не могли сюда прийти. Но ты, он сейчас в коридоре А, где ты все время прятался до этого. То есть я могу попробовать сейчас пробежать и спрятаться в этой вентиляции? Подожди, стой. Не-не-не, стой. Сейчас я тебе скажу, когда можно. Он бежал. Да, стоп, он спускается к тебе, да, не иди. Я услышал это, слава богу. Нет, там он еще здесь. Тихо. Он здесь. Он в этой комнате сейчас у меня. Да, да, он с тобой сейчас. Так. Как он может быть виден на камере, если его не видно? Ну так подожди, там датчики тепла и все остальное. Да, они так идеально его показывают. Да. Но он сейчас в этой комнате до сих пор. Подожди. Где-то там. Уходит вроде. Уходит в общий. Он сейчас в коридоре Б. Б, да. Не, ну что, он в коридор А ушел, тогда ты можешь бежать. Он до сих пор в коридоре Б. Блять, курсор залагал, подожди, пятая камера. Нет. Он в коридоре Б ушел в коридор. Подожди, я скажу, когда можно в коридор. Все, беги в коридор Б, прям просто беги. Бегу. И прячься в вентиляцию. Подожди, один, все, два. Все, я вентиляция. Все, когда он сейчас будет в ту комнату, скажи, я сразу за скафандром побегу и все. Не, надо, чтобы он ушел в общую зону от тебя. Сейчас он, ну, сейчас уйдет. Ну, через время уйдет. Вот сейчас вроде идет, не? Нет. Он до сих пор в коридоре. Как он бесит, он так долго ходит туда-сюда просто. Хотя казалось бы, это инопрошеленец, который должен бегать, как чужой, я не знаю. 1, 3, 5. Это самая главная камера. Подожди. По-моему, он сейчас стоп. Вот мимо меня как будто бы прошел сейчас. 1. Понимаешь, что он в общую зону ушел. Ну вот, как будто он сейчас туда и пошел. Боря! Бегу! Беги, за скафандром беги. Бегу. Быстро. Надеюсь, когда я буду брать скафандр, там не будет никакого громкого звука и так далее. Так, открываю дверь, беру скафандр. Он там сейчас? Он в общей зоне пока. Идет, стоп. Идет в коридор А. Ну все, сейчас снова он пойдет в коридор А. Короче, сейчас нужно снова ждать, когда он выйдет из коридора А за коридор Б, дойдет до вот этой зоны общей, где мы были. А нет, беги сейчас, срочно. Он сейчас в общей зоне. Бегу. Беги прямо туда, в этот, в шлюз. Прямо сейчас, просто не останавливаясь. Где дверь, я не вижу? Ты что, еблан? Я дверь не вижу. Назад развернись на 180. Подожди, все, не, у меня фонарик не работает из-за костюма. Я тебе клянусь, там очень темно. Проебал время. Где он сейчас? Ну, теперь он снова обходит все это. Ну, там реально не видно, я запаниковал, там блядь, очень темно. Очень темно. Я тебе реально говорю, там очень темно, вообще ничего не видно. Да, смотрим, не паникуем, главное, 1, 3, 5. Камера, он заходит, сейчас, скорее всего, пойдет к тебе опять снова в коридор А. Ну, скорее всего, да. Да, он пошел в коридор А. Я скажу так, что мне на камерах тоже не особо светло. Я уже зрение сейчас, блядь, все испортил. Нормально, нормально, мы космонавты. Он сейчас в коридоре А. Ага. Подожди, 5. Я слышу, так. Там где-то рядом.
Подожди, главное, чтобы зал сюда не зашел. 1, 3, 5. Он нет, он идет прямо к тебе. Как это? Он не зайдет сюда. Он не зайдет, он не зайдет, не зайдет. Он в этой комнате, он прям возле тебя стоял. Ну вот я слышу, да, его. Нормально, 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 нормально. Без паники, самое главное. Сейчас должен уже идти, как будто бы. Да, все, беги. Беги сейчас прямо. Скажу налево. Налево. Не видишь ход? Нет, вообще не вижу его. Сейчас, вот, блядь. Сейчас поверни мышку, получается, направо. Прямо. И вот, заходи. Блядь, да куда что? Да, вот так, все, зашел. Бегу! Зашел. Да там реально его не было видно, я не знаю почему. Все, скафандр у меня, я могу выходить в открытый космос. Давай. Дезинфекция пошла. Надевай его, дебил. Что ты так стоишь, а он не надевается. Мне кажется, он сам должен это сделать, наверное. Или ты так и пойдешь сразу в это, в ручки? Мне интересно, я сейчас реально в космосе буду, типа, или как? Ждем другого игрока. Ну, давай, погнали дальше, давай. Опа. О, смерть, Олег. Ты понимаешь, что сейчас жизнь человечества и нас с тобой зависит лишь только от меня. Жизнь в моих руках. Если мне я кажется, не поверну... Это конец пролога. Возможно, кстати. Как у меня рука здоровая в этом скафандре. Просто лапа такая чисто. О, нет, смотри. Ух ты. Это прекрасно. Клапан аварийного двигателя должен находиться в конце этой дороги. В конце концов, он снова включит двигатель, а потом мы полетим на этом корабле домой. А ты видишь меня или нет? Да. А что это именно? Типа, как я в космосе просто иду? Тут тоже камеры наблюдения есть какие-то? А, вот. Просто катсцена. Это не катсцена, я реально иду. Не, я наблюдаю за тобой, у меня очень отдаленная камера, но она не та слежение. Так, просто... включите аварийный клапан двигателя. Он где-то... Нам его показывали, там чисто такой вентиль. Фонарика нету никакого, да? Вот просто тут реально с освещением... Я понимаю, что мы в космосе. Я реально понимаю это, но вот как будто бы фонарик здесь, ну прям... Жизнь... А, нет. Я могу с тобой смотреть. Жизненно необходим. Так, вот здесь нам сюда. Как мы медленно передвигаемся. Я просто смотрю за целым кораблем. Вот, вот вижу клапан. Но мне кажется, что этот монстр сейчас точно появится. И просто так мы не доберемся домой. 100%. И выдаст тебе наказание. Это классика всех страшных игр, это классика всех страшных фильмов. Ведь просто так никогда ничего не бывает. С проблемами, конечно, мы дружим только так. Поворачиваю колесо и... Какой-то такой звук еще блок, как будто я стекло протер. Чисто вентиляторы такие, понял? Чисто не двигатели реактивные космические, а чисто вентиляторы такие. О! Мы реально летим домой! А ничего, что у нас на корабле вообще этот монстр? Это типа так и должно быть или что? Сейчас привезем, карантин будет на Земле потом. Ну тогда. Привезем неизвестные вирусы, инфекции, болезни. Все, мы реально летим. Все, это реально конец. Чисто нормально, там линейка такая сзади просто, такой штрих чисто, понял? Это диффузоры. Да, все получилось, мы сделали это. Да, он движется, мы можем пилотировать его обратно на Землю. Я не могу поверить. Сейчас монстр всех нахуй отхуячит. 100%, это не может. Опа. Метеоритный дождь? А? Я сейчас поебал его. Или космический корабль? А? Что это? Зарплата летит. Нее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 ee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 
Это очень смешно. Не, ну это типа гравитация, ты просто не понимаешь. Понял, это да, типа. Да. Брат, вставай! Вставай, мы летим домой, отжимайся, вставай! Отжимайся. Отжимания делаем, раз, два, поехали. Мне кажется, в год следующий легко отжимания делать. Ты в порядке? Джон! Джон! Он такой чистенький весь, беленький. Да, я в порядке. Что происходит? Кажется, мы летим прямо на астероидное поле. Ё-моё, проклятие. Разве вы не можете просто повернуть корабль, чтобы избежать этого? К сожалению, модуль питания и навигации вышел из строя. Возможно, мы сможем починить его вручную. Поспешите в комнату технического обслуживания, пока мы не влетим прямо в астероид. У нас очень мало времени, нам надо торопиться. Нам надо возвращаться. Блин. О, прям метеорит смотри летит, ой, блядь. Ну там, да, я вижу, вот, вот тут сейчас а, должен пролететь. А, вот, да, я вижу, там просто все метеорит. Да, 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 подожди, мне надо вернуться в дом, да, то есть мне нужно, а как, подожди, мне нужно обратно в шлюз вернуться, а как я, чё? Я могу ускорять корабль. Реально? Да. Ну не надо этого делать, наверное. Ты приблизишь смерть.
Я на shift нажимаю, вот у него нитро срабатывает. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Похуй, нормально летим. Мне сейчас надо вернуться обратно и потом в шлюз, я не знаю, куда-то еще. Ну, я вижу там поле астероидов. Неужели у корабля нету какого-то, не знаю, магнитного поля, электромагнитного поля, там, не знаю, защитного поля какого-то, который сможет отразить просто эти астероиды и все. А, ну вот это, как я понимаю, уже все, ребята, да. А, я вижу, как он двигался у тебя. Нет, он был не таким. Не таким был? В 25-м году только выйдет, прикинь? Ну, ребята, да, к сожалению, это была лишь только демо этой игры, обломался, и мы, к сожалению, ее прошли. Хотелось бы узнать, конечно, чем дальше закончится эта история, но, как мне кажется, потенциал у этой игры однозначно есть. Прикольная игрушка, когда нужно действовать сообща, когда один делает что-то одно, другой делает что-то другое, и... О, не с Андреем, который сунул на монитор, который не может понять, как провести через лабиринт. В общем, друзья, если вам понравилась игра, пишите обязательно про это в комментариях. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе, Андрей Дефай. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на канал. Огромное вам спасибо за все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.